Нелегкое детство, тяжелые фронтовые годы, масштабные стройки СССР. Эти люди видели все. Сегодня кушманцевы отмечают 72-ю годовщину со дня свадьбы. Их жизнь – пример для потомков. Каждый 9 мая, начиная, с 80-го года, как только начал осмысливать, что это такое, всегда ходил я с ним на эти праздники. И я видел, сколько много ветеранов. И, конечно, я сам хотел тоже стать военным, поэтому готовился к этому. Внук не посрамил воинской чести деда и прадедов. Служил на афганской границе, участвовал в боевых действиях. Ушел в запас подполковником. Одним из важнейших качеств, воспитанных дедом и бабушкой, считает верность. Семье, долгу, родине. Праздник для семьи организовывали работники ЗАГСа. Поздравляли первые лица Засвиярского района. Дорогие друзья, сегодня мы в гостях о прекрасной супружеской паре, у Читы Кушманцевых. У меня есть очень такая серьезная, хорошая миссия поздравить вас с этим замечательным юбилеем. На самом деле вы пример для всех нас, жителей, для всех наших молодых ребят. Сотрудники ЗАГСа говорят, что после 70 лет совместной жизни каждый последующий год юбилейный. С этим согласны все. Супруги Кушманцевы влюблены по-прежнему и помнят свою первую встречу так, как будто это было сегодня. Прихожу домой на Ульяновскую улицу, вот тут. Я говорю: «Нин, ты пойдешь замуж за меня?» «Пойду». Сразу. Подробный рассказ о жизни замечательной засвиярской семьи смотрите подробнее в нашей передаче «Лица победы» в понедельник. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.